прибыли в городок Гампала и хотим подняться на башню под названием Амбулувава. Она находится вот там, на вершине горы. Вот туда мы и пойдем. Высоко подниматься, конечно, но попробуем, мы крепкие ребята. Стыдливая трава. Вперед. Подхватил нас Тукер за приемлемую сумму. Решили мы поехать наверх на гору. Привез на Тукер на стоянку здесь. Вот сама башня. Мы уже у ее подножия. Сейчас калиточку пройдем. Много-много диких обезьян. Вот башня. Уже народ пошел туда. Биосферный заповедник. Здесь храмы четырех религий. Это мечеть. Не знаю, наверное, сюда. Входим внутрь. Оттуда. Лен, вот сюда. Лен, да. Вам билеты надо взять. Хорошо, мы сейчас возьмем билеты и продолжим снимать. Итак, мы купили билеты. Идем пока внутри башни. Винтовая лестница. Сверху вниз и вверх. Так. Туда будем подниматься. Выйдем на улицу, продолжим. Продолжаем. Ступеньки становятся более вертикальными.
зрелище. Все, пойдем дальше. Вот мы уже поднялись докуда. И выходим дальше. Лестница понаружи идет. Тут ветер будет. Жестко. Ух, класс. Ну что, вот мы поднялись. Скажу честно, выше идти страшно. Вот высота, вот облака. Там есть люди, но там очень узкая лестница. Вот ты можешь показать. Вот. Да, вот ширина ее, сантиметров 50. Может пройти один человек. И до пояса всего поручни. Ну, стрёмненько. Зато здесь виды какие. Скажи, супер, стоит туда подняться, да? Для информации, входной билет на саму территорию биосферного заповедника стоит 500 рупий и 100 рупий вход на башню. Вот мы практически спустились вниз к подножию, и здесь видно, как малая такая башня стоит. И вот они, 4 религии. Вот там буддийский храм, католический, индуистский и мечеть. Все здесь. И у подножия слон такой. Вот такая башня Амбулувава. Я еще немножко поснимаю, покажу дорогу вниз, мы пешком пойдем. Красиво будет. Погуляли мы здесь внизу и увидели, что есть смотровая площадка еще такая, с которой очень хорошо видно эту башню. Вот мы решили пойти вниз пешком.
идти 5 километров по серпантинчикам. Вокруг горы, красота, облака. Женщины метут. Красиво. Мы спускаемся. Здесь уклон градусов, наверное, 60. Вот эта башня наверху осталась. Да, и зрелище вот такое. Просто кайф непередаваемый.